Случайно, да? Хорошо, что ты крамп или танцпол не танцуешь. Сейчас бы сорвалась как, давай бы диву. Локинг-то не сильно заметно, да, но вот когда после паппинга, да, на чечетку бы перешла. Или на танцы Мигеля. Так, и это раз, и это два, и это три. Первый полуфиналист становится Тарасова Александра.